Здравствуйте, дорогие друзья. Очередная посылочка, которая лежит на столе. Смотрим на нее. Посылка пришла из магазина Гербест, как вы уже поняли. Потому что мои все посылки приходят, собственно говоря, из магазина Гербест. Он мне нравится по своему стилю, нравится по лояльности, нравится по возвратам. Кстати, кто не видел видео по этим часам, мне они нравятся. Мы решили полюбовно, значит, по этим часам. Не спор, но просто вопрос. Я им написал, что мне не нравится цена. Пожалуйста, давайте, чтобы было более справедливо, снизим цену. И они мне сделали возврат 50% от стоимости непосредственно этой посылки. Итак, друзья, сегодня у нас пришла вот такая посылочка. Естественно, она опять же на таможне вскрывалась. Вот этот волшебный таможенный скотч. Давайте сразу, не будем терять времени. У нас осталось меньше 4 минут. В частности, у меня лимит такой. Мы вскрываем посылочку. Смотрим, что в ней. Я еще не видел. Но я догадываюсь. Я думаю, что это огниво. Опять мы смотрим. Классная бумажечка. Просто великолепная, да? Ребята, это просто супер. Ну, тут, правда, такого я еще не видел. Магазин Гербест тоже великолепный магазин, видите? Ну, просто классная накладная. Офигенная. Смотрим дальше. Да, там маленькая посылочка. И я считаю, что это как раз-таки огниво. Так и есть, ребят. Огниво пришло вот в таком полиэтиленовом пакетике. Ну, эти пакетики можно купить у нас в любом месте. Без всякой сложности. Что хочу сказать. На вид сделан из пластика. Пластик получается такой довольно оранжевый. Немножко есть парочку каких-то царапин. Ну, кто не знает, что такое огниво, пару вводных слов. Итак, если вы находитесь в лесу и у вас нет никакой возможности разжечь костер, огниво придет вам на помощь. Вам не понадобится ни спички, ни зажигалка, ни бензин. Просто ваточка, мох или что-то в этом роде. Она открывается. Есть вот одна часть, вот такая круглая, графитовая. И есть вторая вот такая часть, на которой в том числе есть и 1 сантиметр. Или даже 1.5 сантиметра, с помощью которых вы что-то можете сделать, измерить. Итак, принцип работы такой. Мы, в принципе, вот так вот можем сразу начинать. Раз. Сильно. Я сейчас не буду делать. Ну и пойдут искры. Эти искры надо направлять либо на ватку. Ватка загорается с первой секунды. Либо же можно направлять на мох. Там придется немножечко побольше попотеть. Другой способ для того, чтобы разжечь именно мох или сырые ветки. Или, ну, такие, сырую мелочь. Надо сначала вот этим ножичком, вот этим, ну как не ножичком, а стороной, взять этот графит, немножечко его, знаете, как серу со спички, вот так вот срезать. А вот, посрезали, когда есть небольшая кучка, мы ее так сгорнули. И опять же делаем нехитрым способом, вот так вот раз, пошла искра. Ну, я попробую, конечно. Я это делаю первый раз, ребята, я уверен, что так должно быть. Просто вот, этот слой нужно убрать. Кстати, сам графит, он делится на две части. Есть там, где действительно графит, а есть та часть более металлическая, на которой это все держится. Так, друзья, наверное, как-то вот, вот пошли искры, я больше продолжать не буду. Все работает. Значит, это нужно направлять непосредственно на ваточку, либо на бумажечку, которую вы предварительно должны вот так вот как бы размять очень сильно, чтобы она была очень приятна. Вот, в принципе, что я хотел вам показать. Вещь в лесу очень незаменимая тем людям, которые ходят на рыбалку, либо, допустим, упал человеку в воду на той же самой рыбалке, либо в походе, не хочу говорить там по пьяни, но всякое бывает, да, попал по проливной дождь, и спички просто-напросто они кончились. Поэтому эта вещь очень удобная, ее можно привязать на ремешок, на свой ремень, либо на брюки, вот на эти петельки. Привязал, и они никуда у вас не денутся. Вот, вещь очень хорошая, рекомендую к использованию, к покупке. Стоимость этой штуки вообще очень маленькая. Я не могу сейчас, наверное, сказать вам, да, друзья. Ну, это в пределах там 30-50 рублей. Итак, друзья, спасибо, что посмотрели мой канал. Добавляйте, ставьте лайки. Всем добра, всем приятного настроения, удачи. Пока!